Даже моторное масло депутат законодательного собрания Омской области Хабалдаш Ушубаев покупал за счет дольщиков Ясной Поляны. В Омске прошло первое заседание суда по делу скандально известного бизнесмена и парламентария. Хабалдаш Ушубаев обвиняет в хищении 100 миллионов рублей средств дольщиков, получении незаконного кредита в банке и уклонении от уплаты налогов. Обвинение подозревает парламентария в махинациях с целью возмещения НДС. Ушубаев оправдывался, якобы не мог никого обмануть из-за финансовой неграмотности, признался депутат. У меня нет политического образования, ни финансового, поэтому какие-то меры в части размещения НДС с федерального бюджета, я даже и не представляю возможности. По данным следствия, 100 миллионов, вложенные мечами в строительство микрорайона Ясная Поляна в 2008 году, Шушубаев потратил в том числе на покупку лендровера, мерседеса, их обслуживание и ремонт, и даже замену масла в автомобилях. Допросы потерпевших в Первомайском суде начнутся 31 октября. Уже отчаявшиеся получить жилье дольщики Ясной Поляны готовы свидетельствовать против депутата. Этот человек столько обманул людей, и не стыдно ему еще быть депутатом. Если бы сейчас был референдум, каждый бы второй житель России проголосовал за смертную казнь. Какая должна же быть справедливость? Но не можем мы остаться бомжами. Ну ладно, я, а другие, которые с детьми, с маленькими, есть, которые выплачивают семье ипотеку и до сих пор на съемных квартирах. Никто не озабочен судьбой детей почему-то. Все озабочены нашими господами депутатами.